Новый год – хорошее время, чтобы подвести итоги, оглянуться назад, вспомнить свои успехи и победы. В ушедшем 2023 году саровским спортсменам было чем похвастаться. Они с успехом представляли город на областных и всероссийских соревнованиях. Лучших из лучших наградили на торжественной церемонии «Лучшие в спорте». Северная ходьба – относительно новый вид спорта. Ее включили во Всероссийский реестр как дисциплину, которая относится к спортивному туризму. Этот вид спорта в нашем городе представляет Светлана Кузьменко. Инструктор-методист с шоу-ратом участвует в различных соревнованиях. По итогам спортивного сезона 2023 Светлана Кузьменко стала абсолютным обладателем Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Женщина стала победительницей городского конкурса «Лучший спортсмен» в номинации «Спортсмен года в неолимпийских видах спорта». Хочется выразить благодарность за то, что руководство нашего города обращает внимание на молодые развивающиеся виды спорта. И очень приятно сегодня получить такую награду, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. И я надеюсь, что дальше в мой вид спорта придет все большее количество спортсменов, и мы будем покорять новые спортивные высоты. Торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров, победителей городского конкурса «Лучший спортсмен» прошла в молодежном центре. Лучших из лучших выбрали в 17 номинациях. На сцене наградили команды года, спортивные организации, клубы и федерации, волонтеров и инструкторов. В номинации «Молодое дарование» лидировал пловец спортивной школы «ИКАР» Павел Бородин. Было довольно много соревнований, как уровни городские, областные, также и несколько всероссийских соревнований. На областных и городских я занимал места, первые, вторые, в общем, разнообразие было. На соревновании «Юность России», которые проходили вот в декабре, я вошел в тридцатку лучших. В принципе, надо именно иметь характер, хотеть этого, и тогда все у тебя получится. В ушедшем 2023 году саровские спортсмены достойно представляли город на областных, всероссийских и международных соревнованиях и завоевали большое количество медалей. В том числе и благодаря высоким спортивным достижениям Саров вошел в тройку городов-лидеров региона. Значимая часть этого события заключается в вас, потому что те результаты, которые вам удалось достичь, те результаты, на которые вы сподвигли своих учеников, говорит о том, что не то, что мы на текущий момент самые лучшие, у нас такой задел, что надо равняться, я думаю, уже на мировые столицы спорта. Завершился год педагога и наставника, поэтому на торжественной церемонии чествовали тренеров, которые воспитали целый ряд юных чемпионов. Почетное звание «Тренер года» завоевал тренер по плаванию АФК спортивной школы ИКАР Эдуард Вешкин. Мы участвовали в областных соревнованиях, это первенство области, чемпионат области, чемпионат Приволжского федерального округа и всероссийские соревнования по плаванию среди инвалидов. Выступили достаточно успешно все ребятки в призах. Секрет успеха прост. Работать, работать и еще раз работать. На сцене наградили Тамару Давыдову и Ирину Тимонину, которые получили знак «Мастер спорта Российской Федерации». Ветеран ММА Олег Токтаров раскрыл секреты идеального пресса. Спортсмен рассказал, какие правила нужно соблюдать, и поделился упражнениями на своей странице во ВКонтакте. Олег Токтаров поделился лайфхаками и упражнениями, которые позволяют укрепить мышцы пресса и убрать жир с живота. По мнению спортсмена, нужно соблюдать несколько рекомендаций и давать мышцам специфическую нагрузку. На видео Олег Токтаров выполняет упражнения со штангой и на гимнастическом мяче. По его словам, сочетание этих упражнений дает невиданные результаты. Живот будет плоским и рельефным. Но в погоне за идеальными кубиками спорта мало. Токтаров также рекомендует исключить из рациона мучное и сладкое, уменьшить количество потребляемых калорий, есть небольшими порциями и не злоупотреблять алкоголем. Ранее нижегородский спортсмен уже делился своими упражнениями в соцсетях. В декабре он опубликовал видео с упражнениями для мужчин. С горки с ветерком. На лыжной базе работает прокат сноутюбингов и лыж. Все желающие могут взять спортивный инвентарь и активно провести время на свежем воздухе. Какая зима без катания на лыжах, ватрушках и санях? Отсутствие спортивного инвентаря – не повод отказываться от снежных забав. На лыжной базе работает прокат лыж и сноутюбингов.
Горка, на которой катается на ватрушках, она расположена с правой стороны от лыжной базы. Горка каждый день укатывается ретраком, чтобы создать максимально ровную поверхность для спуска и чтобы минимизировать травмы, которые могут получить те, кто приходит кататься на ватрушках. Также у нас подготовлены трассы. Это спортивные трассы 5 километров. И трассы накатываются по поляне. Это 1 километр, 2, 3 километра и, соответственно, 5 километров. Прогулочные трассы рассчитаны на взрослых и детей с минимальным количеством подъемов, широким выбором дистанций. По словам директора лыжной базы Татьяны Вавилкиной, спортивного инвентаря хватит всем. Арендовать лыжи или сноутюбинг может любой желающий при наличии документов, удостоверяющих личность. Так же, как и сноутюбинги, это дается на час. То есть оплата идет за час. Также, в принципе, у нас можно лыжный инвентарь взять и на сутки. Ну, соответственно, это уже будет другая цена. Прокат спортивного инвентаря на лыжной базе работает ежедневно, по будням с 16 до 20 часов, выходные дни с 10 до 20 часов. Лыжные прогулки – отличный способ повысить уровень иммунитета, сделать физическое здоровье крепче. Такой вид физической активности закаливает организм, повышает выносливость, положительно влияет на дыхательную систему. Неспешные прогулки на лыжах оказывают организму несомненную пользу. Причем положительный эффект проявляется сразу в двух направлениях. Улучшается как физическое состояние, так и психоэмоциональное. Лыжные прогулки – замечательный способ повысить уровень иммунитета, сделать физическое здоровье крепче. Можно избавиться от склонности к постоянным простудам, закалить организм, стать выносливее. Даже неспешные лыжные прогулки влекут за собой расход большого количества калорий. В среднем за час катания сжигается 9 килокалорий на 1 килограмм веса. Вполне можно похудеть, катая на лыжах даже не спеша. Кроме того, укрепляются различные группы мышц, что придает телу рельефность. Любая активная деятельность положительно сказывается на дыхательной системе. Но важно на лыжных прогулках дышать правильно, носом. Тогда польза будет более весомой. Лыжные прогулки отлично вентилируют легкие, способствуют выводу из них вредных веществ. К тому же, из-за активации кровообращения легкие и другие органы лучше снабжаются кислородом. В процессе ходьбы укрепляется костная ткань, суставы поддерживаются в рабочем состоянии, мышцы тренируются, укрепляются. Специфические движения, такие как толчки и скольжения, положительно сказываются на функционировании всего опорно-двигательного аппарата. Если на лыжах занимается маленький ребенок, у него быстрее формируется правильная координация движений, активнее развивается костная ткань, скелет. Лыжные прогулки показаны и людям с заболеваниями позвоночника. Благодаря регулярной ходьбе можно избавиться от сколиоза, протрузий и прочих патологий. Лыжные прогулки – замечательная кардионагрузка, укрепляющая сердечную мышцу, активизирующая кровообращение. Для пожилых этот вид физической активности – отличный способ предупредить развитие артроза и прочих болезней суставов. Кроме того, прогулки помогают предупредить истончение костной ткани, избежать остеопороза. Что касается мышц, то ходьба на лыжах задействует практически все их группы, но особенно развивает мышцы ног и рук, а некоторые виды ходьбы активно задействуют еще и спину. Польза катания на лыжах состоит также в выводе из организма вредных токсинов, ядов и шлаков через потовые железы. Поскольку прогулка на лыжах предполагает обязательное нахождение на свежем воздухе, легкие активно насыщаются полезным чистым кислородом. Благотворно отражается этот вид физической активности и на состоянии кожи. Люди, регулярно занимающиеся лыжной ходьбой, выглядят гораздо моложе и свежее своих не столь спортивных сверстников. В процессе активного отдыха на свежем воздухе повышается выработка гормонов счастья – эндорфинов. И как следствие этого, после лыжной прогулки еще долгое время ощущается приподнятое настроение. Даже если из дома вы вышли с мрачными мыслями. Если вы еще не вставали на лыжи, то перед тем, как заняться этим видом спорта, неплохо повысить общие показатели выносливости. Чтобы выдержать даже часовую лыжную прогулку, нужно озаботиться укреплением дыхательной системы, выполнять регулярные упражнения на выносливость, координацию, заниматься бегом. Однако все эти занятия должны проходить без фанатизма, в общеукрепляющем режиме. Рекомендуется начинающим лыжникам больше заниматься пешей ходьбой. Это самый простой способ привести органы дыхания и кровообращения в порядок, укрепить мышцы. А если имеются какие-либо хронические заболевания или просто наблюдается неважное самочувствие, следует проконсультироваться с врачом. Прогулка на лыжах по зимнему лесу поможет замечательно отдохнуть и набраться сил для предстоящих трудовых свершений. Если человек работает умственно, то активная физическая деятельность на свежем воздухе – то, что нужно для переключения мозга и полноценного отдыха. Созерцание природы вокруг расслабляет и заряжает позитивом. Регулярные прогулки влекут за собой повышение энергетического уровня, прилив сил, улучшение работоспособности. После такого приятного досуга вы сможете более плодотворно работать, заниматься текущими делами, эффективно
активнее решать проблемы. В подростковом, юношеском и молодом возрасте лыжи – прекрасный способ укрепить тело и дух. После 35 лет это еще и отличная профилактика всевозможных заболеваний, которые приходят с возрастом. На пожилых же людей лыжные прогулки оказывают терапевтический и общеукрепляющий эффект, помогают предупредить развитие заболеваний связок, суставов, сосудов, костного аппарата. Лыжные прогулки по своей полезности приравниваются к плаванию и бегу. Кроме того, в зимнее время года это еще и один из самых доступных видов спорта. Однако иногда заниматься данной спортивной деятельностью нельзя. Противопоказания к катанию на лыжах следующие: инвалидность, болезни сердечно-сосудистой или дыхательной системы, проблемы с позвоночником, патологии опорно-двигательного аппарата, ослабленный иммунитет, болезни суставов, недавно перенесенные тяжелые болезни, операции и беременность.